Здравствуйте, ребята! Сегодня на мастер-классе мы будем с вами рисовать волшебную букву. Но не всегда будем рисовать. Будем ее лепить из пластилина, используем бусины и разный цветной картон. Акварелька, а ты знаешь, что из букв состоят слова? Да, знаю, Катя. И букв я очень много знаю, почти все уже изучил. А вы, ребята, знаете буковки какие-нибудь? Ну, давайте-ка сегодня мы с ними и познакомимся. Ну что, начнем? Привет, привет, ребята! Сегодня мы с вами будем экспериментировать. Будем рисовать, лепить, клеить букву А. Приготовьте все, что у вас есть под рукой. Ведь это так здорово. Мама и папа, поэкспериментируйте с ребятами. Вы можете букву А сделать из всего, что лежит у вас под рукой. Если вы на улице, можно делать, например, букву из веточек, из листиков, из цветочков сложить. Если вы дома на кухне, можно из обрезков овощей, из самих овощей, из картошки. Так ваш малыш побыстрее запомнит букву А. Или, например, какую-нибудь другую букву. Можно ее слепить из пластилина, можно ее нарисовать. Итак, мы с вами, ребятки, быстро научимся читать и узнаем все-все буквы. Ну что, а сейчас поехали! Сегодня изучаем букву А.